Привет, ребята. Это ролик про вздувшийся аккумулятор. Новый. Который куплен был за нормальные деньги. 500 рублей. Ну, я считаю, это нормальная цена. И 500 замена. 1000 рублей всего. Ну, может быть, там 600 за аккумулятор и 400 замена. Получается, в общем, обычная цена, я сказал. Потому что сам телефон-то дешевый. Это Asus Zenfone 3 ZE520KL. Меняли его мне в апреле на рынке Санкт-Петербург Юнона. Казакова 35, по-моему. И, то есть, считается май, июнь, июль, все, 3 месяца. И он уже вздулся. Не взорвался, но вздулся. То есть, это ужасно, потому что куча телефонов было. Нигде не вздувались. Был один старый Sony Ericsson. И в нем там через лет 5-10 старый аккумулятор работал еще, и он уже начал вот так вспухать немного, вот единственное. В остальном все нормально было, они все садились просто, но не вздувались. А здесь вот 3 месяца. Фотка у меня есть, я нашел все-таки фотку, как он выглядел. Я приложу, постараюсь приложить к ролику. Сам я заметил случайно, потому что он сдулся миллиметра на 2-3 и не сразу и замечаешь, потому что в чехле. А так-то заметно это, конечно. Там, когда меняли, кстати, сказали, что это как бы нормальный аккумулятор, а есть хороший. Но получается этот херовый, а хороший, наверное, нормальный. Как-то так. Немного подороже. Наверное, надо было подороже немного, но по объему он нормальный. А то, что он вспухает, ну, это, конечно, реальная херня, потому что опять еще придется платить за замену, либо вообще он все тут поломает, фиг знает. Эти, конечно, поставщики наверняка знают это. Так. Вот в чехле. Ну, в чехле тоже немного заметно. Сейчас чехол сниму. Так, ага. А ближе? О, фокусируется хорошо. Только как-то долго фокусируется, блин. Сейчас. Да ё-моё. Вот, видно. То есть сильно вспух, туда будет грязь теперь биться, набиваться. Это не просто отошел клей, потому что придвинуть невозможно. Я давлю со всей силы, но я даже не могу придавить. То есть там аккумулятор мешает. Ну, в общем-то, все. Учитывайте это. Я думаю, что за производитель, я не могу сказать. По аккумулятору, по картинке, может, сами определите.
что за производитель. Там названия нету. Может, оно есть какой-то цифры, я не знаю. Ну, по фотке там уж посмотрим. Ну, естественно, менять на этой Юноне нельзя. Пустую деньги, еще новая трата, опять еще плюс. Там 1000. Гарантия. Я даже не помню, что они сказали. Какая-то есть, может, месяц, может, сколько. Ну, уже заметил я только через 3 месяца. Так, что фокус-то пропал? Блин, какой фокус? Бестолковый. Вот, в этой веб-камере. Он же сейчас вот в фокусе, чем сбился-то? Вот такой вот ужас. Не сразу я заметил. Ну, заметил и ладно, в общем. Как вот клей повылезал по бокам. Вроде его не было сначала. На этом все. Че, фокус дергается? Я же ничего не шевелю в кадре, блин. Будьте осторожны, не платите вообще деньги. Такая замена вообще ничего не стоит. Если мне тут еще надо опять будет 1000 платить или 1500, а еще и за проезд заплачу. На самом деле они мне должны, блин, конечно, сволочи. Что я время потратил и бесплатно бы поменять обратно. Ну, это я сомневаюсь, что они сделают. Еще какую-то компенсацию по-нормальному. Потому что я думаю, наверняка они знают, что вздувающиеся аккумуляторы. Ну, может, ролик вот этот посмотрят. Так, всем спасибо, пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Аккумуляторы только с гарантией год покупайте, а то через 3 месяца вздуется.